Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон. Сегодня у нас реакция на Анирэда. Поколение чудес! Ё-моё, как я вовремя! Ролик вышел 17 минут назад, и я уже тут как тут. Тут как тут уже готов к просмотру. Погнали послушаем этот чудо-трек. Чудо-трек! Чудо-трек! Так, звук есть? Есть. Звук есть, это самое главное. Тик. Анирэд. Детка. Видео работает с субтитры. Это да. Это я знаю. Шестеро на поле, каждый соло был динамин. Перебегали перебедамы поколения героев. Вместо боя баскетбол, и каждый был самим собой. Потому мы победители в жизни за игрой. Шестеро на поле, каждый соло был феномен. Перебегали перебедамы поколения героев. Вместо боя баскетбол, и каждый был самим собой. Потому мы победители в жизни за игрой. Бойс, это тот, о ком ты слышал. Он копировал других, и потому всегда был выше. Вечно был он за Умина, но так он его не выиграл. Не сдавался, потому кто был напротив, сразу вывал. А Умина бомбардир, на и быть ценнейшим лих. Как кто бы не был братец, он никак не победит его. Не понимал, где можно найти того, кто сильнее. Потому доверить это мог он только лишь себе. От души был центр игроков, всегда в команде. Самый мощный, самый сильный. Слушай, несмотря на то, что нету АМВ, но сделана стилистика под трек очень офигенно. Мне даже нравится, как меняются цвета, меняется картинка, выдвигается. Это довольно-таки круто придумано. И здесь Денчик как никогда, как никто другой, просто зачитывает прям вот так. Просто вот просто как будто из такого автомата просто выстреливает. Просто выстреливает. Хорошо. Не любил он баскетбол и ленился, но ведь на деле все не так, и потому победить его не сумели. Шестеро на поле, каждый соло был феномен. Перебегали перебедамы поколения героев. Вместо боя баскетбол, каждый был самим собой. Потому мы победители в жизни за игрой. Шестеро на поле, каждый соло был феномен. Перебегали перебедамы поколения героев. Вместо боя баскетбол, и каждый был самим собой. Потому мы победители в жизни за игрой. Бой, синевой плеер, в точке пассивер. Будто был фэр, это сив дэм. Большинство в команде, но что-то сделать сам не мог, и потому в команде. Мне кажется, мне кажется, скоро Анирэд будет зачитывать. Порой, мне кажется, по-любому какой-нибудь трек выйдет в стиле Моргенштерна, но просто на такой дальше. С перебивочками угарными. Потому что стили, подбор стиля всегда по-разному подача идет. Интересный подход. Потому что такое чувство, будто Дэн иногда экспериментирует. Все равно экспериментирует и подбирает какую-то особую нотку для каждого трека. Где-то он может использовать старую школу, где чисто ты испытаешь невероятное ностальжи. Где-то будет трек в стиле Рус Батла. По типу 140 BPM площадки. А где-то вот реально зачитывается очень резко, быстро, резво, дерзко. И ты такой просто думаешь, вау, этот парень играет стилями. Как чертов баскетболист, просто играет с мячом, потому что это его игра. Хорош, ой, хорош. Я не устану хвалить реально Дэна, Ричи, Анирэд вообще, в принципе, никогда не устану хвалить, потому что реально... Ребята красавчики, двигаются потихонечку. И, кстати, не так давно видел их пост, что они собираются выпустить свои демки, так сказать, необработанные записи. Я не смотрел еще точно в ВК, есть ли они или нет. Обязательно как-нибудь загляну. Может быть, уже и есть эти самые необработанные версии. Довольно-таки интересно будет послушать, что еще в планах есть у Анирэда в дальнейшем. Погнали, ладно. Рэпер поколения, гороскоп был верен. Между делом суеверия, но это не проблема. Он закидывал по три, делал только три. Либо убегай, либо попробуй не умри. Абсолютным капитаном в команде. Ведь было каша, видел себя, и потому в команде было самым важным за его глазами. А каша, опасный парень. Понял, как упал ты перед ним на колени, давай другого. Шестеро на поле, каждый соло был феномен. Перебегали, перебедамы поколения героев. Вместо боя баскетбол, и каждый был самим собой. Потому мы победители в жизни за игрой. Шестеро на поле, каждый соло был феномен. Перебегали, перебедамы поколения героев. Вместо боя баскетбол, и каждый был самим собой. Потому мы победители в жизни за игрой. Полы, каш, 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 полы, каш,
Ну что я могу сказать, реально, такие вещи должны в рекомендации залетать. Рекомендация Ютуба. Я думаю, что такой рэпчик будет все равно признан фанатами. Я все равно думаю, что Анирет рано или поздно, но точно выстрелит. Пока еще до сих пор они выпускают, ребята, треки, и уровень их только растет. Я считаю, что этот путь, с которого мы начали смотреть, слушать данное творчество, я буду очень рад увидеть их дальше, дальше и дальше. И каждая их работа наполнена действительно большим трудом. Я очень благодарен Дэну за то, что он реально старается и делает все на идеальные нотки. И я благодарен Ричи за то, что он пытается всячески украсить канал, сделать приятную стилистику, что радует очень сильно глаза. И я думаю, что эти ребята вдвоем очень большую работу проделают, и по отдельности все было бы совершенно не так. И вместе они делают реально очень круто. И за это я в каждом ролике выражаю им огромный респект. И буду ждать нового трека. Буду ждать вместе с вами нового трека. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.